Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня в Бедронке, давно не было у меня покупок из Бедронки. И у самого входа уже продают саженцы кустов и деревьев. Кусты по 17,99 разные. И тут есть и крыжовник, и черная смородина. То есть можно себе что-то подобрать. Видите, уже даже с зелеными листочками деревья. Я вижу на этикетке 19,99, но если смотрю на дерево, то тут цена 17,99. Вот слива президент, далее там вот груша есть. И можно себе что-то подобрать. Я когда-то брала в Бедронке саженцы и довольна. И то, что я прочитала на этикетке, вот той от Бедронки, сейчас я вам покажу ее. Там написано, что вот давние одмяны, так я понимаю, что это деревья, которые высоко растут, большие, потому что новые одмяны были такие, которые низкоплодные. Вот гиацинты по 8,99. Мы 20 с чем-то лет назад купили такие новые одмяны, таких маленьких карловатых деревьев, которые не растут слишком высоко. И скажу вам, что мы не очень довольны и хотели бы иметь такие старые деревья, то есть старые. Вот здесь рапсовое масло по 37,49 за 5 литров, то есть за 1 литр это 7,50, это классная цена. Вот. Так что я так думаю, что давние одмяны — это не только название, но и вот высота деревьев. Мне так кажется. Смотрим на акции. Виноград 9,99, клубника по 7,50, это как ее, жуткевка. Вот, видите, здесь это редис по злоты 50, и там акция, кажется, одна бесплатно. Вот виноград. На следующей полке у нас тоже акции. Видите, арбузы даже уже по 5 злотых. Вот, молодая капуста. Арбузы вот такие, с белыми косточками, не знаю, откуда они. Огурцы. Перец болгарский красный. Вот, капуста такая еще маленькая, но уже свежая. Кто хочет, может попробовать. Далее, селедка, например, да. Есть такая акция из линейки Маринео. Вторая банка, 50% скидки. Далее, разная ветчина из Бедронки по 44,49, если купите 2. Это Вендлин и Бедронка. Надо смотреть на такую линейку. Далее мясо. Мясо — это фарш. И также по акции, если купите 2 упаковочки, это фарш из лопатки. Чеснок злоты 89, но это за штуку. Меня русскоязычные девочки спросили, как взвесить чеснок. Взвешивать его не надо. Здесь цена за штуку. Далее кофе Чибо, линейка Family, вторая упаковочка, 40% дешевле. Вот показываю вам Family, где написано, то есть вторая будет дешевле. Но надо обратить вот внимание не только на Чибо. Вот если Чибо Exclusive, то тут будет другая цена, здесь другая акция, 19,89, 33% скидки. Это к той акции не относится. Вот Family, только Family на той акции, поэтому нужно внимательно. И появился хрен. Это в преддверии праздников, я так думаю, люди будут натирать свежий хрен по 12,99. Это на вес хрен. Посмотрите, уже расширяется ассортимент готовых вареных овощей. Вот здесь свекла есть такая, и био, и морковка уже не только сварена, но уже и порезана в кубики. Вот. Готовая на салат, 3,49 за упаковочку, 8,73 за килограмм. Вот, далее у нас, видите, свекла био по 4,40, 8 тоже, почти 9 злотых за килограмм. Вот, так что такие. Зато баклажаны вот очень дорогие в Польше. Ну, конечно же, сейчас также не сезон, но и в сезон они тоже дорогие. Далее, цукиния сейчас по хорошей цене. Вот такие они, каждая упакована отдельно. Я уже брала и делала рагу.
Салат сегодня тоже разный. Есть вот в таких пакетиках, есть отдельно. Видите, в доничках это 6,49, 5,99 такой. Далее смотрим. Цветы разные, декоративные, в луковичках. Вот, или саженцы. Даже не только цветы здесь вижу, и кусты цветущие. Я также брала в бедронке когда-то, и у меня все классно растет. Сегодня акция «Замороженные овощи». Здесь по-гречески, они классные, я их беру часто и сегодня тоже возьму, поэтому я делаю из них запеканки. Шпинат, посмотрите, сегодня на акции, в листовой шпинат и уже порезанный. 3,49 это... Вот показываю вам, какие есть. Один вот уже раздробленный, а один в листьях. И тот присутствует. Молоко УХТ 2,49, 2% молоко выпощенное по очень классной цене сегодня. И вижу, люди разбирают. Вот в таких упаковочках. Это фирма Млеко Вита, хорошая польская фирма. Вот, так что... Берите на заметку это молоко. И посмотрите, соки яблочные и сок помаранчевый, это значит апельсиновый. Яблочного я здесь не вижу, апельсиновый стоит. То есть две купите, а третья бутылка бесплатно. Далее на химической полке с домашней химией, посмотрите, все продукты фирмы Kraft и Finish. Вторая штука 50% дешевле. Ну, конечно же, с картой моя бедронка. Смотрим еще, потому что акций, вижу, есть больше. Сейчас покажу вам еще что-то. Вот, при покупке двух жидкостей для окон будет также скидка, но уже люди разобрали. Не могу вам показать, что у нас есть еще. Далее смотрим у нас, вот, цена 5,69. Вот камень, а еще камень и ржавчина. Далее 9,99 это за Доместос. Но, видите, его уже выкупили. Его всегда очень быстро выкупают. Нету уже Доместоса, только есть агент. Вот, 23% скидки здесь была. Надо смотреть, может, ваших уже есть. Далее, все фирмы, все продукты фирмы Oxy 2 за 60% дешевле. Вот они для стирки, эти средства. Смотрим, что у нас еще. При покупке двух концентратов для полоскания белья 11,99 Силан 40% скидки. Видите, вот эти упаковочки. Хорошая скидка. Порошок для стирки 24,99, 16% скидочки. Вот он, ультра. Я, честно говоря, такими порошками не стираю, у меня другая философия. Вот, кто со мной давно, тот знает. Смотрим, мыло Люксия, две штуки, третья бесплатно. Далее продукты Adidas, вторая вещь, 50% скидки. Гарнир, дезодоранты и продукты для волос, вторая вещь, 50% скидки. Смотрим дальше. Зубная паста для детей Colgate, 5 злотых при покупке двух штук для самых маленьких детей. Далее паста Colgate Max One, 75 миллилитров тоже. Если купишь два, дешевле. Паста Colgate, далее Advanced тоже. При покупке двух скидочка. Это для тех, у кого протезы, клей, для крем для протезов. А это таблетки для чистки протеза тоже. При покупке двух есть скидочка здесь 28%. Продукты Gillette. Второй 40% дешевле. Очень много сегодня классных скидок, скажу вам. Далее крем для лица Nivea для мужчин тоже при покупке двух.
дешевле будет. Вот этот крем. Далее, это гарнир мы уже смотрели. И вот также из фирмы Шаума. Тут посмотрите, есть разные фирмы. Фа, Шаума, Палет. Второй продукт дешевле. Также Head & Shoulders. Второй продукт 50% скидочки. Ну и еще что у нас есть на шампунь Nivea тоже. При покупке двух есть скидочка. Очень много сегодня классных скидок. Заглядывайте, покупайте, потому что стоит воспользоваться этими скидками и сэкономить.